Шалом, шалом. Айом анаху навор шиур кацар. И сейчас мы пройдем короткий урок. И чтобы не было слишком скучно, я представлю вам презентацию. אנסה לעשות את זה מהר. Я постараюсь сделать это быстро. אז הנושא שלנו היום זה היכל אלוהים אז והיום. И сегодняшняя тема у нас храм Божий тогда и сегодня. ועד כמה זה רלוונטי כל מה שקרה אז? И насколько это актуально для нас то, что было тогда? ומה אנחנו קשורים לזה בכלל? ומה אנחנו קשורים לזה בכלל? И насколько мы действительно связаны, насколько это влияет на нас сегодня? אז טוב יהיה אם גם נעקוב בתנכים שלנו. И я надеюсь, что у вас Библии в руках. כי היום נקרא מספר מקומות יותר מהרגיל. Потому что несколько мест, к которым мы будем обращаться сегодня. אז אנחנו נתחיל בעצם ממקדש שלמה. И мы устремляемся к храму Соломона. Шломо. אנחנו נתחיל מדברי הימים ב' И мы к второй книге царств идем. Паралипоменон. А, Паралипоменон, вот уточняю. Перек 3. Третья глава. Ми 3 от 9. От 3 до 9 стиха. Такое основание заложил Соломон для Божьего храма. 60 локтей в длину и 20 локтей в ширину. Притвор пред храмом был 20 локтей в длину, а в высоту 120 локтей. Изнутри Соломон выложил его чистым золотом. Большой зал он облицевал древесиной кипариса и покрыл изнутри чистым золотом, а сверху сделал украшения в виде пальм и цепочек. Соломон украсил зал драгоценными камнями и золотом, настоящим парваимским золотом. В том зале он обложил золотом и балки, и пороги, и стены, и двери. На стенах он вырезал изображения херувимов. Также Соломон построил зал святыни святынь. Его длина соответствовала ширине храма 20 локтей, и в ширину он был тоже 20 локтей. Соломон облицевал его чистым золотом, которого потребовалось 600 талантов. А на гвозди ушло 50 шекелей золота. Верхние комнаты он тоже обложил золотом. И здесь мы читаем короткий отрывок из строительства храма. יש פה תכנון מדויק של כל הדברים. И здесь есть планы, точные планы всех вещей, которые должны были быть построены. דברים קטנים וגדולים חשובים באותה מידה. И какие-то супер важные вещи и маленькие вещи, они равнозначно были указаны и то, и другое. היה רצון לעשות זה כמה שיותר מושלם. И объяснение этому, потому что это должно было сделать настолько совершенно, насколько это возможно. Был определенный порядок этих вещей. Был процесс строительства, было наблюдение и контроль этого процесса. Потому что строилось что-то очень важное, очень ценное. Не только ценное, это должно было стать ценностью для еврейского народа, но также и для всего мира. И очень тщательно отбирались профессионалы, которые были призваны на строительство. И Бог помазал их Духом Божьим. И то, что мы знаем, что до того, как пришел Иешуа Мессия, помазание Духом Святым происходило на конкретных избранных людей. Также это происходило с теми, кто был, строил этот храм, и скинию, которую строил Бецалель в свое время, и также те, которые надзирали за этим, и те, которые участвовали во всем этом строительстве. И после того, как было закончено все устройство, и мы читаем уже в 6 главе об этом, 2 Паралипоменон, 20 стих, потом 29-33.
בעצם אנחנו נקרא חלק מתפילה של שלמה, הוא התפלל לאלוהים. В сущности, мы прочитаем часть молитвы, которую возносит Шломо при освящении храма. Да будут очи твои взирать на этот храм и днем, и ночью на это место, в котором ты обещал, прибудет имя твое, и да услышишь ты всякую молитву, с которой раб твой сюда обратится. О чем бы ни молил тебя, о чем бы ни просил тебя кто-нибудь из народа твоего Израиля, в скорби и страдании простирай руки к этому храму, услышь его молитву с небес, где ты пребываешь, и помилуй, воздай каждому по делам его, зная, что у кого на сердце. Ведь один лишь ты знаешь, что на сердце у человека. И пусть они боятся и почитают тебя, иду по твоему пути всю жизнь, живя на земле, которую ты даровал отцам нашим. И даже если чужеземец, не принадлежащий к народу твоему Израилю, придет из дальней страны ради твоего великого имени, ради руки твоей мощной, десницы простертой, если придет он помолиться к этому храму, то услышь его с небес из вечного жилища твоего и исполни все, о чем он просит. Пусть все народы земли познают имя твое, пусть они боятся и почитают тебя так же, как тебя почитает народ твой Израиль. И пусть знают, что именем твоим осенен этот храм мною построенный. Машу миюхат кореб эрец Исраэль. И что-то особенное происходит в Эрец Исраэль, земле Израиля. Ото мигдаш уфех ле мерказа ашпа улами. Этот храм, который построил Шломо, он становится центром влияния для всего мира. Открывается новый этап истории человечества, потому что врата на небо открываются здесь, в этом месте. И Бог соглашается сойти на это место, и пребывать в нем. И он признает это место пригодным для этого. И его цель быть приблизиться настолько близко, насколько возможно, к своему народу и пребывать среди, в его среде. И поэтому мы можем сказать, что влияние и последствия этого пребывания были глобальными. יש פה באמת מהפכה אמיתית ביחסים של אלוהים הבורא לבין אנשים. И мы видим настоящую революцию, переворот в образе отношений между Богом и его народом. כאשר שלמה סיים להתפלל, и когда Шломо закончил молиться, כתוב, когда Соломон окончил свою молитву, с небес сошел огонь и поглотил все сожжения и другие жертвы. Слава Господня наполнена храм. Машу анак, машу альтиви вехашув. И что произошло что-то огромное и что-то сверхъестественное и очень важное. Весемель шел зе шелоим ярад, затомерет ша маком ая кадош лехалутин. И знак того, что Бог действительно сошел на это место и что это действительно стало святыней. Машу таме ло ехол леймаце бо. Что что-то скверное не может помещаться в нем. Это невозможно пребывание святого Бога и чего-то не святого. И в сущности начинается новый период. И в общем-то это превратилось в повседневность, новый уровень повседневности. А здесь оно это Коэн а-Гадоль. И мы имеем первосвященника, который был ответственен за то, чтобы входить в святая святых, и других коаним, священников и левитов, каждый со своим служением. בישיל כהן הגדול היה צריך לעבור תהליך ארוך של התקדשות בשביל לשרת בקודש הקודשים. И для того, чтобы служить, иметь возможность служить в святая святых, Коэн а-Гадоль, первосвященник, должен был пройти длинный период освящения его. ישנו אנשים שמשרתים בהלל תמידי. И также люди, которые представлены для того, чтобы постоянно пребывать в поклонении пред Богом. Тамид дают тфилот шенису мишартим. И также были люди, которые постоянно возносили молитвы перед Богом. Акравашел корбанот. И принесение жертв. Каббалат анашим, орхим, митпалелим, маарец и маолам. Прием гостей, прием всех, кто приходил в храм, объяснение, разъяснение, помощь.
за Мерказ Шельеда в Лимуд. И это, этот храм стал центром распространения знания и обучения. И тот, кто искал ответ на какой-либо вопрос, он мог прийти туда, и он получал ответ на свой вопрос. И Слово Господне было центром всего этого предприятия. И мы помним эту ситуацию, когда родители Иешуа обнаружили его потерю, и они вернулись в храм, и они обнаружили то, что Иешуа вместе с мудрецами, со старцами обсуждает, и они говорят о Слове Божьем. И я хочу подчеркнуть вам еще раз, что это особенный период в истории всего человечества. И кроме того, что там происходило множество сверхъестественных вещей и сверхъестественных явлений, и что-то произошло впоследствии. Начались разные проблемы. И мы поговорим о некоторых из них. И в первую очередь это Коэн Агадоль, первосвященник. И несмотря на то, что он много усилий прилагал для того, чтобы осветить тебя и очистить тебя, он все еще оставался человеком, и он человеком оставался, который грешит. И храм, несмотря на то, что он был красивым настолько, насколько это было возможно построить, он все еще был построен из обычного камня. И несмотря на то, что заказчиком был сам Всевышний, но каблан, тот, который подрядчик, который организовал все это дело, это был Шломо. И кто мила это амигдаш, это ам, что ам кше ореф. И тот, те, кто наполняли этот храм, это был народ жестоковыйный. И время от времени случались различные проблемы. Я поместил там картинку ультраортодоксальных детей, но я думаю, что всем это понятно, что речь идет о Божьем народе. וגם התחילו להגיע סיפורי שחיתות בכהונה. И ой. И пришло время, когда коррупция она достигла не только властных каких-то структур, но и то, что связано со священством. וכמובן זה קרה לכל מיני גרם לקרעים ופילוגים. И это толкало, это способствовало тому, что в народе происходили разделения и споры. И я уже сказал об этом выше, то, что Бог не может терпеть что-то не святое, даже если Он хотел бы этого, Он не может, потому что Он свят. А за Он и Ахет и Вихор Лехорбан. И грех в конечном счете привел к разрушению. И множество грехов привели к тому, что Бог удалился от своего народа. И те, которые должны были по замыслу Божьему стать светом для народов всего мира, вместо того, чтобы самим под влиянием этого света измениться, Бог использовал их для того, чтобы разрушить этот храм. Вопрос возникает, зачем я все это рассказываю? Это, в общем-то, давнишняя история, и что нам до этого? И что мы можем говорить сегодня о храме Божьем, если мы говорим о сегодняшней реальности? Где он сегодня находится? Кто-то знает? В наших храмах.
כן, יפה. תשובה נכונה. אנחנו נקפוץ לראשונה. Наши души в наших сердцах говорят. ראשונה לקורינתים, 3. 1 Коринфянам, 3 глава. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Яфе, зауфда яфа. И это очень красивое определение, то, что здесь хадашот нейдарот. И замечательные новости в том, это должно действительно нас успокоить, что мы есть храм Божий, и Бог живет в нас. Или это должно нас как раз напрячь. И если мы только что читали о том физическом храме, который был построен из камней, который был наполнен святостью и присутствием Божьим, и что там должно было происходить служение, которое позволило бы не нарушить всего этого служения. Что это говорит нам сегодня, сейчас, когда Бог утверждает, что мы есть тот самый храм? То, что мы видели в истории, то, что произошло с реальным каменным храмом, это ничто в сравнении с тем, что сейчас происходит. Величина ответственности и близости Всевышнего. Все осознание этих фактов должны произвести в нас нечто. Давайте посмотрим, что это может быть. Есть множество мест в Писании, где мы можем видеть, что мы есть тот храм Всевышнего. И все это знают, я думаю, что все вы знакомы с такими вещами, что Дух Божий пребывает в среди нас, и что Слово Божье живет внутри нас, и если мы действительно хотим ходить и выходить перед Богом, то мы должны делать это в соответствии с Его Словом. И что означают все эти факты для нас и как нам с этим соотноситься? И то, что вы видите на картинке, вот этот вот великий превознесенный храм, наполненный Духом Божьим, знак равенства. И каждый из нас, то есть этот храм равен каждому из нас. Если вы посмотрите направо или налево, вы видите храм Божий. И даже если он устал, этот храм, и неважно, какого он возраста, этот храм, и какие проблемы у него сейчас есть, может быть, он под вашим взглядом улыбается, потому что он чувствует как-то неудобство какое-то, или он может быть худючим, или наоборот полнючим. И Писание говорит, что это есть храм Божий. Это факт. Может быть, этот храм, который вы только что увидели рядом с собой, он оставленный, как будто бы пустой. И он полон всякого мусора и всего, что не должно быть там. И может быть, осталось подобно тому, как и стена плача от того храма великого, и в каждом из нас, что некие такие останки остались. Но, может быть, направо вы посмотрите или в какую-то другую сторону, когда вы видите, вау, что-то действительно сияющее, и то, к чему вам хочется приблизиться, и к чему вам хочется прикоснуться. Это не важно, так вы смотрите или всяк вы смотрите. Писание говорит о том, что мы есть храм Божий. И Бог хочет пребывать в своем храме, потому что это принадлежит Ему. И давайте сравним тот храм, который был некогда, с теперешним храмом, который есть мы.
лихводо веракбо. Так что я уже сказал, что каждый из нас это для него, в его честь, в его славу, и для это принадлежит ему. Бамигдаш, מה שחשוב זה אלוהים, לא אנשים, לא משרתים, לא מה שהולך מסביב, אלוהים. В храме главное и центр всего это сам Бог. Не само, не постройка, не люди, не те, которые служат там, не жертвы, но сам Бог. תחשבו, לא חשוב כמה אנחנו חשובים ומה העבודה שלנו, או כמה בעיות יש לנו. И подумайте, насколько мы, насколько значимы мы, и насколько проблемы, которые есть в нас, важны. אם אלוהים לוקח את הרוח שלו, если Бог забирает, отнимает своего духа, אנחנו הופכים חזרה לאפר ואדמה, לכלום, לאפר. Мы просто превращаемся, возвращаемся в пыль и прах, в то, из чего мы взяты. כשאלוהים ברא את האדם, הוא לקח קצת בוט, קצת אפר, קצת עניינים, מה שהיה. Когда Бог творил Адама, он взял пыли оттуда и отсюда, что-то сделал там. יש שיר כזה ברוסית, я его слепила из того, что было. Есть такая песенка, вот он ее привел. А потом, что было, то и полюбила. Песенка скульпторов, да, а потом, что было. ואז הוא הפיח את הרוח שלו בתוך הבריאה הזאת. И потом он вдохнул это дух свой в то, что он сам сотворил. ואם הוא קח את הרוח הזאת, אנחנו חזרה הופכים לכלום. И если он вынимает свой, изымает свой дух из того, во что он его вдунул, то мы превращаемся, опять возвращаемся в пыль. אז אלוהים הוא המרכז. Поэтому Бог тот, кто центр всего. В храме, в сегодняшнем храме Божьем. Корбанот. Вторая вещь – жертвы. Я сейчас не имею в виду совершенную жертву, которую есть Иешуа Машиах. Я говорю о дварим, что нахну цехим лакрив бишвило бетох айхал шелану. Я говорю о тех повседневных жертвах, которые мы должны приносить во имя Его и для Него во внутренности нашего храма. Если это что-то, что, от чего нужно отказаться для того, чтобы сделать угодное Богу. Может быть, Бог ожидает от нас, что мы откажемся от того направления, которое мы сами себе выбрали в карьере, в направлении жизни, и повернем туда, куда действительно Он хочет. קורבן בין הקשים שאנחנו יכולים להקריב זה זמן בשביל אלוהים. Один из самых тяжелых, одна из самых тяжелых жертв это время, которое мы можем принести в жертву Богу. זה בדיוק מה שהאויב מצליח לגנוב בצורה המקצועית ביותר, זה הזמן. Это именно то, что наиболее хорошо удается врагу красть у нас, и он делает это самым эффективным способом, который только может быть. אנחנו נמשיך. הלל. Поклонение. Находим, что в Мигдаше я алел, что близов. И мы знаем, что в храме, в том храме, происходило поклонение, бесконечное поклонение Всевышнему. За нашим уступом и тану бедор хал Элоим айом ашмеми. И это не изменилось в ожидании Бога сегодняшним от нас. אז אנחנו צריכים כל הזמן להלל, גם על הדברים טובים, גם על הדברים הפחות טובים. זה לא חשוב. אנחנו צריכים להלל. זה מה שמצופה. И Бог ожидает от нас, что мы будем постоянно пребывать в поклонении и прославлении, вне зависимости от того, проходим мы какие-то тяжелые вещи или хорошие вещи, проблемы, сложности. Он ожидает от нас поклонения, потому что мы есть храм. Потому что вне зависимости от того, в каком настроении были те самые ребята, которые прославлением занимались в храме тогда, сейчас Бог ожидает от нас сын, аналогичного. То есть они должны поклоняться вне зависимости от состояния. Коэн Агадоль. Первосвященник Коэн Агадоль. Мия Коэн Агадоль шелану. Кто является первосвященником нашим? Иешуа. Все мы знаем это. Аз латет ласот авода. И мы, наша задача позволить ему сделать свою работу. И сотрудничать с ним,
и позволить ему обучать нас. Лично межбану. И использовать нас, когда он нуждается в этом. И даже если мы, нам не кажется это слишком логичным, делать то или другое. Но он хозяин, на иврите говорят балабайт. То есть он тот, кто заказывает музыку. Руаха Кодеш. Дух Святой. Катув, что Руаха Кодеш охенет бану. Написано, что Дух Святой пребывает в нас. Анахну ихолим бетора басар ляшкиту тамер меод, ляштикута. И мы, как плоть, наша плоть может очень быстро заткнуть ему рот просто. Кируаха Кодеш ило агрессивит. Потому что Дух Святой не агрессивен, он сравнивается с голубем таким, пугливым. Им балаха не изромет хава не садварим нифлаим. И если ты действительно проявляешь желание двигаться по Духу Святому, он может делать через тебя потрясающие вещи. Авалим это машки отер бе басар маше баруаха, та тикцор та перот. Но если ты больше делаешь акцент на свою плоть, а не на дух, то тогда ты пожнешь и эти плоды. И в соответствии с тем, что делает Дух Святой, то, о чем мы читаем в Писании, он обучает нас, напоминает нам вещи, о которых мы забыли, и как бы задействует нашу совесть, чтобы обличать нас. וזה דבר מאוד חשוב. אם אנחנו משתיקים אותה, יש לנו את הבעיה בשלושת התחומים האלה, בלימוד שלנו, של ההבנה של הכתובים. Если мы затыкаем рот Дух Святой, то есть не позволяем ему быть свободным в нас, то первое, что происходит, мы мешаем ему обучать нас. אנחנו לא נזכור שום דבר שאלוהים רוצה להזכיר לנו. Мы не можем вспомнить ничего из того, что Бог хочет напомнить нам. ואנשים חסרי מצפון יש מלא בעולם. И бессовестные люди есть таких огромное множество во всем мире. Тфила. Молитва. Кол сугия тфила йоба бет мигдаш. Все виды молитв в храме Шломо присутствовали. Гам бакашот. И просьбы. Одает. И благословения. Тфилот шею цхим ликаревут это анашим им элоим. Молитвы, которые должны были сблизить Бога и человека. Слихот. Покаянные молитвы. Кол асугим шалак эфшар лимцо бактувим аю шам бабет мигдаш. Все виды молитв, которые мы можем найти в Писании, они все были в храме. Векулам товим венехоним. И все они правильные, все они пригодные. Векула кол асуги атфилот цехот леасот бабет мигдаш шел айом. И все эти виды молитв, они должны иметь место в сегодняшнем храме. Ашпаа. Влияние. Кмо шаману бейт мигдаш ая машу глобали. И как мы уже говорили, что храм, тот храм, который построил Шломо, был глобальным явлением. То, что оказывает влияние на всю вселенную. И вшар итале мемену анашим шагару бетох Иерушалаим. От него невозможно абстрагироваться от него для тех людей, которые жили тогда в Иерусалиме. И также люди внешние, извне Эрец Исраэль, они также не могли не принимать его внимания, они приходили для того, чтобы посмотреть, что там происходит. И они получали для своих, те, которые приходили в храм, и те, которые искали ответы на свои вопросы извне, они приходили, и они получали... имели это влияние на изменения в своей жизни. И хороший пример царица Савская в синодальном переводе, которая пришла для того, чтобы испытать мудрость Соломона. И Бог ожидает от нас, что мы будем теми, кто оказывает влияние на этот мир. Кол эхад лефи годел амигдаш шело. Каждый из нас в соответствии с величиной храма, который он представляет.
большее влияние или меньшее влияние. Но каждый из нас призван для того, чтобы оказывать влияние, и это влияние должно быть позитивным. Потому что написано, что мы свет этому миру. И если мы действительно истинный свет, то от этого нельзя абстрагироваться. И мы часть царства, мы часть этой системы, храмовой системы, как бы многочисленных храмиков, которые составляют один. И мы граждане этого царства. И у этого царства есть свои законы. И мы знаем всех. И Бог говорит о том, что мы высокопоставленные ребята. И это должно оказывать влияние на наши ценности и нашу интеллигенцию, восприятие этого мира. Интеллигенция — это очень, очень важно, это не только очки. И, например, мы можем видеть царственный дом в Британии с его королевой. אנשים מחובדים ששייכים למשפחה הזאת. И мы знаем уважаемые люди, которые занимают определенное положение в этой семье. וכשרואים там בטלוויזיה, רואים, אוקיי, זה בת מלך. И когда мы видим его, мы видим, окей, да, это действительно дочь царя. הם מתלבשים בהתאם, הם נראים טוב, מחובד. Они соответствующим образом одеваются, ведут себя определенным образом. הם חושבים מה יוצא להם מהפה. Они взвешивают каждое свое слово. אנשים בדרך כלל מאוד מאוד משכילים ומלומדים. И как правило это очень образованные люди, обученные люди и так далее. ואנחנו בני מלכות. И мы, каждый из нас, мы дети царства. אנחנו צריכים לחשוב על זה, על מה מצפה המלך שלנו, שגם במקרה אבא שלנו. И мы должны думать и размышлять о том, что, чего ожидает от нас наш царь, наш отец. אנחנו נקפוץ ליוחנן. И мы сейчас обратимся к Иоанну, 17 глава, 20, с 20 по 22 стихи. זה רק עוד נקודה שמוכיחה מה המקום שלנו בעולם הזה ובעולם הרוחני. Это также место, которое показывает, каково наше влияние, каково наше значение в духовном мире. אנחנו ניכנס לשיחה של ישוע. Это разговор Иешуа с отцом. С отцом. Но не только за них я прошу и за тех, кто верит в меня по слову их обо мне. Пусть все они будут едины, и пусть они будут в нас, как ты, Отче, во мне, а я в тебе. И пусть мир поверит, что послал меня ты. Я им дал ту же славу, которую дал мне ты, чтобы были они едины, как и мы едины с тобой. Окей, увдот нехмадот чувпам. Это очень приятно, то, что здесь написано. מה שכתוב פה זה מאוד מאוד חזק, וכמובן אי אפשר לצייר את זה כמו שאני ניסיתי. Это то, что здесь написано, это очень важно, это невозможно изобразить вот в виде той картинки, которую я пытался сделать. וכמובן שאסור לצייר את אלוהים. И мы все знаем, что запрещается изображать Бога. אבל מדענים אומרים שהמוח שלנו אנחנו משתמשים בעצם ב-4-5%, אני מאמין שגם אתם, אז זה ברמה מאוד נמוכה. Ученые говорят о том, что все мы, в общем-то, используем свой разум примерно на 4-5%, то есть на очень низком уровне. А поскольку Бог сказал нам быть подобными детьми, то есть вот такой детский рисунок. И представьте себе, что вот этот большой овал — это Бог. בלי התחלה, בלי סוף, משהו תמידי וענק. Себе, что он не имеет границ, он бесконечный. ואז בתוך זה יש תעיגול היותר קטן. И внутри него есть вот такой маленький кружок. בוא נגיד בפשטות שזה ישוע. И так упрощенно скажем, что это ישוע. זה כמובן נושא הרבה יותר עמוק, אבל בפשטות, אני יודע שכולם פה תיאולוגים, אבל בפשטות. Ну, вы понимаете, что мы очень сильно упрощаем, это все глубокие вещи, но мы делаем детский рисунок. והנקודות הצהובות זה אנחנו כל אחד.
И вот эти желтые дырки в Сирии, это вот каждый из нас. אז דרך האמונה שלנו באלוהים דרך ישוע. И посредством веры в Бога через Иешуа, Мессию. אנחנו מגיעים למצב שישוע לקח אותנו לתוך העיגול הזה. Мы находим себя в таком положении, что Иешуа берет нас, вовлекает нас внутрь вот этого круга. עם כל העוצמה והסמכות. Со всей властью, со всей силой. עם כל הקדושה. Со всей святостью. והניקיון. И всей чистотой. וכוח ועוצמה שיש באלוהים. Всей силой и силой и силой. И властью. אנחנו שם עכשיו, זה עובדה, זה כתוב. Властью Божией, и об этом написано, что мы пребываем внутри всего этого. ודרך ישוע אנחנו פשוט הופכים להיות יחד עם אלוהים, אותו דבר. И через Иешуа Мессию мы становимся причастными бесконечному Богу. אפשר להגיד לא, אבל זה לא בדיוק ככה. И можно сказать, да, но это не совсем так, как мы себе это думаем. Есть маспика нашим, что митвакхим, кто вы, манилу рау, и векольное что, я. И есть множество людей, которые говорят, да, я, в общем-то, недостоин, и не может быть. Вы за нахон шахон лор уим бегазе ищу аба. И это правда, что мы недостойны, это так и есть. Именно поэтому Иешуа пришел. Вы уй, вы утану литох элухит, литох элухут. И он тот, кто привнес нас вот в божественное, в это в божественное. Омар, עכשיו כולנו אחד, אחד, זהו, אין שום דבר אחר, אין מעמדות, אין כלום. И он говорит, что теперь мы одно, и нет различий, мы одно. אז אני רק רוצה לגרום לכם לחשוב, מה אנחנו עושים עם העובדות האלה? И я хочу задать вам вопрос и подумать о том, а что же нам делать со всем этим? כי סך הכל מה שנאמר פה, אתם היכל אלוהים, то, что здесь говорилось уже, что вы храм Божий. И Бог дает все потребное, все необходимое, все инструменты для того, чтобы были успешны в этом служении. Кол, что צריך, кох, самхуд, зман, есть הכל, בשפע. Все, что, в чем вы нуждаетесь, силу, власть, время, все. שאלה, אם אנחנו משתמשים בזה, ואם אנחנו יודעים את זה בכלל, ואיך אנחנו משתמשים בזה. Вопрос в том, насколько мы действительно в курсе всего этого и насколько мы используем то, что Бог дал нам. Дугма мод ктана. Маленький пример. Аргаш. Чего там? Аргаш. А это ты вулкан. Вулканки. Кан бемикрэ зе аргаш тов шумит парец. И вот в нашем случае это такой хороший вулкан, который взорвался. Уга мод яфе батмуна. И он очень красив так на картинке вроде бы. Вемамаш ифша литалем мемену латошавим шегарим басвива. И те, которые живут в окрестностях, они не могут как-то закрыть глаза на вот это вот. Зе бильте ифшары. Это невозможно просто. Зе пашут кур атомиш у пашут митпарец ве коах. Это просто ядерный реактор, который вдруг взрывается и колоссальные силы вырываются из него. И все это сопровождается вспышками света и колоссальными температурами. И все это вот то, что присуще вулкану. И мы знаем, что большая часть вулканов в мире, они спят сейчас. ישנים, אלפי שנים, ישנים. תשיש לילד, אני ספיית, ספיית, ספיית. ויכול להיות יש בהם את הלבה וכל מה שצריך. И может быть внутри них вот эта вот лава расплавлена, и все, что там внутри есть, оно существует. אבל זה לא פועל, זה כלום, זה לא, אף אחד לא רואה מה יש בפנים. Это все не действует, это все спит вот таком... Не видно и не слышно. А нашим уврим ляда аразе. И они люди проходят мимо этой горы. Уврим стамот гива. И они говорят, ха, просто зря занимает место еще одна вот эта вот. Ламрот кол маше коре бифним. Несмотря на то, что внутри там в глубинах что-то происходит. А за цепи ашел уврим шерану шанаху не аргаш паил. И ожидание Бога, если вот брать этот вулкан как образ, что каждый из нас мы будем вулканом действующим, не спящим. И последнее место, которое я хочу посмотреть, זה Хагай 1, Агей, пророк, 1 глава.
Хагай 1, ми пасук 2 ад 11. Со 2 по 11 стихи. Так сказал Господь воинств. Эти люди думают, что еще рано отстраивать храм Господень. И вот слово Господа через пророка Агея. Не рано ли вы сами обзавелись домами и крышей над головой, тогда как этот храм в запустении? Так говорит Господь воинств. Посмотрите, как вы живете. Много сеете, да мало пожинаете. Идите, да не досыта. Пьете, да не до пьяна. Одеваетесь, да не согреваетесь. Зарабатывайте, да кошелек дыряв. Так говорит Господь воинств, посмотрите, как вы живете. Идите в горы, заготовьте там дерево, постройте храм, мне угодно во славу мою, говорит Господь. За многим гоняетесь, да мало выходит. Что не принесете домой, все я развиваю. Почему, говорит Господь воинств? Потому что мой дом в запустении, а вы о своем хлопочете. Оттого небеса не дают вам росы, и земля не дает урожая. Я призвал опустошительную засуху на землю и горы, хлеб, виноград и оливы, и на все, что рождает земля, на человека, на скот, и на все труды рук человеческих. Окей. Аз дугма ктанала мацав ло такин. И это маленький пример к ненормальному состоянию. Элоим дибер легабе мигдаш шая бемет физи. И Бог там говорит о тогдашнем храме, который был в запустении. אבל כמו שכתוב בתנ"ך עלינו קודם כל לחפש את מלכות האלוהים וכל השאר יתווסף לנו. То, что написано в Писаниях, что нам надлежит прежде всего искать прежде царство Всевышнего, а все остальное приложится к нам. ורבים שואלים למה אני לא מצליח כל כך בחיים? И многие спрашивают, почему мне так все не удается в жизни? למה המשפחה שלי הרוסה? Почему моя семья в разрушенном состоянии? למה אני לא יכול לחלקל כמו שצריך בעבודה קשה שאני עובד? למה אני לא יכול להביא פרנסה טובה בעבודה הקשה שאני עושה? Почему я не могу зарабатывать как следует на том месте, где я работаю? למה אני לא שומע את אלוהים כמו שאני רוצה? Почему я не слышу Бога так, как мне хотелось бы, чтобы я его слышал? ולמה יש לי יותר כישלונות מניצחונות? И почему у меня больше поражений, чем побед? כי אנחנו בונים מקדש שהוא לא לא. Что? אנחנו בונים מקדש שהוא לא של אלוהים. Что, потому что мы строим храм, но не тот храм, который Божий. И мы должны больше времени, больше внимания уделять духовным вещам. И даже тогда, когда мы прикладываем свои усилия к нашей карьере, нашей семье и так далее, основание всего этого должен быть Бог. Так как написано, Он и альфа, начало и конец, Он все, то, что есть у нас. Он должен быть первым во всяком нашем предприятии, во всем, что мы предполагаем делать. И он делает то, что, и потому что для него мы строим все, что мы делаем. Для него и это принадлежит ему. И все, что мы читали до сих пор, это факты, о которых говорит Всевышний, и их невозможно изменить, их невозможно сдвинуть. И никто из нас не совершенен, и есть множество чего надлежит нам изменить в нас самих до самого последнего нашего дыхания. И вся наша жизнь, она наполнена выбором, который мы должны сделать с самого нашего часа пробуждения. И так мы храм Божий, и дальше нам стоит задуматься о том, что же дальше, что из этого следует, как мы будем поступать с этим. Аминь.